Итальянский салат панцанелла готовят, как правило, летом из сезонных овощей. В основе помидоры и кусочки подсушенного хлеба, пропитанные соком помидор, оливковым маслом и специальным соусом. Панцанелла – отличное летнее сочетание свежих овощей, хлеба и пряной заправки. Панцанелла была привычным кушаньем у бедных итальянских крестьян. Набор овощей можете менять, главное, чтобы они были свежими. Для того, чтобы подсушить хлеб, можете отправить ломтики в тостер или же, сбрызнув оливковым маслом, запечь кусочки в духовке, так гораздо вкуснее. 1. Нарежьте помидоры на кубики. 2. Добавьте к помидорам нарезанные на дольки огурцы. 3. Нарежьте хлеб на кусочки, смажьте его оливковым маслом и поместите в духовку подсушиться на несколько минут. 4. Нарежьте лук на тонкие полукольца и смешайте с овощами и сухариками. 5. Полейте салат оливковым маслом, смешанным с винным уксусом, солью и перцем по вкусу. 6. Украсьте салат измельченным базиликом. 7. Добавьте тертый пармезан, приправьте солью и перцем по вкусу.